Добрый день, смотрите канал Игорь из Бруклина. Показываю свои покупки. Значит, купил себе вот такой вот штатив, чтобы было удобно снимать на столе. Может, я попробую этот штатив, когда буду снимать с руки, может, тогда тряска будет меньше. Взял все Манфрото, как посоветовали мне. Так, потом вот этот большой штатив. Взял манфротовский тоже. Еще пока ничего не распаковывал. И вот такой держатель для телефонов и айпадов, айподов. Тоже очень удобная штука. Видел видео профессионала с такой штукой и, в общем, решил взять. Значит, все мне это, все вместе обошлось в 117 долларов, там может чуть побольше, чуть поменьше, но заплатил я всего 17 баксов за это дело. За все это я заплатил 17 долларов. Почему так? Потому что когда я открыл карточку в банке и зарегистрировал на возврат, там 2% возврат с каждой покупки, мне дали бонус на 100 долларов. То есть мне банк подарил 100 долларов, что я у них открыл счет. Ну, собственно, сейчас мы это распакуем, я попробую, может, даже что-нибудь сниму уже на фотоаппарат с того, что я купил. Все, всем всего хорошего, берегите здоровье, до новых встреч.